Всем привет, и сегодня со своегошнего стрима я вырезал очень интересный момент. Этот момент очень реально крутой, также по нему можно задать кучу вопросов. Например, как зачем, как и почему. Короче, приятного просмотра. Опа, все. Опа, все. Не понял. Вон он мусор. Сейчас, братан, подожди. Сейчас там очень какой-то дикий кипиш. А там реально челик, нифига. Вот это сейчас было реально очень круто. Типа он на самолете сейчас летел и чисто тут разбился. Типа он сейчас не подозревает, но я за ним следил, короче, окей. Это очень интересно. Офигеть. Нет, бля, все. О, что? Я живой, what the fuck? Окей, я живой. Так, я хочу его убить. Я хочу его... Блин, начни подойти, я хочу его убить. У него, видать, топливо закончилось, или что-то в этом. Что-то в этом роде, у него, по-моему, топливо закончилось. Ну, скорее всего, да, скорее всего, топливо закончилось, потому что, типа, ну, как можно упасть, ну, серьезно, невозможно. То есть, ему же, это самолет, он как бы можно и на нем навать, как бы взлетать. Как он мог упасть, я вообще не помню, не полагаю. Бля, что такое, господи? Он сейчас сдох на того, что... Реально, сейчас сдох на того, что просто падает постоянно. А где самолет, кстати, лежит? А, он сейчас, по-моему, да. Блин, там где-то, что-то не знаю, что-то... А, во! Он, видать, здесь что-то... Также я увидел аптечку, и аккумулятор был заряжен на 100%. Сначала я подумал, что он, наверное, умер, но оказалось нет. Оказалось нет, поэтому смотрите дальше. Аптечку пустая, ну, не надо. Аккумулятор, вот аккумулятор мне тоже понадобится. Хочешь, немножко захилимся? Слушайте, ну это очень интересно, потому что, типа, ну, это можно же сейчас, типа, вырезать просто, типа, знаете, так придется добавить, ну, ну, он очень странный челик, потому что, ну, типа, ну, он сейчас, как бы, это, либо он сдох от этого, либо он сдох от этого, то, что, типа, он летел там, ну, либо, потому что, ну, а смысл, а какой смысл реально аптечку и аккумулятор выкидывать? Ну, реально, а какой смысл вообще выкидывать аптечку с аккумулятором? Можно вопрос, пожалуйста? Мне кажется, на него никто не ответит, потому что, ну, нет смысла. Либо он сдох от кровотечения. Либо он сдох от кровотечения. О боже, что? А... По мне, по-моему... А, по мне кто-то палит, по-моему, нет? Да, скорее всего, по мне кто-то палит. А, вон... Или нет? Чё-то всё очень странно, чё-то я не понял. Чё-то всё... What the fuck? Не, прыгать сейчас, ну, типа, сейчас нет смысла. Так, чё сейчас было, во-первых? Можно мне вопрос? По мне, видать, кто-то 100 пудов палил, потому что... И знаете, я подумал здесь, что, наверное, всё же от него убежал, но не тут-то было. Он бежал за мной. И, кстати, скин я его так и не понял. То есть он был какой-то чересчур странный. Было все очень непонятно. И там за мной челик. Чё про... Я не понимаю. Этот челик реально очень странный. На чём он? А, он прыгает, за господи, за мной. Но он за мной бежит, кстати. Он просто за мной бежит, у меня нет ни узишки. Хотя бы какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь ТЭК-9 был бы. Я бы то бы его гасанул бы. Ну, он явно бежит за мной, но, типа, у меня лута нифига нет, но, типа, если от него спрятаться, то еще возможно. Но он очень жесткий, потому что он бежит просто тупо за мной. Я не знаю, типа, но он бежит. Ну, типа, он по-любому бежит за мной. Сейчас, да. Тут у меня появилась идея забраться на гору. И знаете что? Я от него не убежал. Я к нему, наоборот, прибежал. Спрячемся. Точняк. Все. Найс. Я так сейчас обосрался. А кто-то был вообще?